Я шел по Ленинской, и мне встречались то и дело фундаменты одноэтажных обгоревших домов. Я выходил на середину улицы, и мне пригораживали путь обломки железных крыш, обгоревшие бревна. Это цитата из одного из произведений нашего земляка, писателя Юрия Даниловича Гончарова. Он родился в Воронеже 24 декабря 1923 года. Он прошел Великую Отечественную войну и оставил нам много воспоминаний о том периоде. Сегодня в «Диалогах с прошлым» мы хотим рассказать не только о его жизни, но и о его творчестве, пронизанном искренностью. Воронеж, его пригородные слободы, Придачи, Чижовка, Ямская, Троицкая – в основном одноэтажные двухэтажные дома. В самом центре, на Староконной площади, водонапорная башня и Адигитриевская часовня. Таким был наш город в 1923-м, когда на свет появился мальчик, будущий писатель и исследователь города Юрий Гончаров. Родился он в семье советских интеллигентов. Мама работала в библиотеке, отец – в областном управлении связи. В 1930-е годы отца Юрия Гончарова назначили на должность начальника отдела управления связи. Семья переехала в этот дом по адресу улица Студенческая, 32. Здание дошло до наших дней. Здесь же жил известный воронежский писатель Анатолий Жигулин. Учился Юрий Гончаров в этой школе, в самом центре города. Сегодня это школа номер 28 на улице Фридриха Энгельса. За хорошую учебу он был удостоен поездки в Артек. Об этом Юра Гончаров рассказал на Воронежском радио, будучи еще школьником. Во время учебы он участвовал в литературном кружке при газете «Молодой коммунар». В мае 40-го в этом издании опубликовали небольшой рассказ старшеклассника Юрия Гончарова. В июне 41-го в этой школе прошел и выпускной бал для молодого человека и его одноклассников. Великая Отечественная война смела все планы юного Юрия. До эвакуации он был бойцом истребительного батальона в Воронеже. Рассказывал, как он и его друзья дежурили на крышах домов, чтобы сбрасывать оттуда зажигательные бомбы. Как ночью с товарищами, охраняя водокачку, приняли бродящую в кустах корову за диверсанта и чуть было не застрелили ее. А потом была эвакуация в Сибирь. Там молодой человек трудился токарем на одном из заводов, делал снаряды, но продолжал писать в местную газету. В 1942 году Юрий Гончаров вместе с мамой вернулись в Воронеж, но пробыть в родном городе долго им не пришлось. Они покинули его уже 4 июля 42-го, потому что враг приближался к Воронежу вплотную. Уехала семья в Казахстан. Там, в городе Уральске, Юрий Гончаров поступил в местный педагогический институт на филологический факультет. В ноябре 42-го скончался отец Юрия Гончарова. Самого молодого человека на фронт не призывали из-за сильной близорукости. Он несколько раз ходил в военкомат, но ему отказывали. На фронт Юрий Гончаров попал в 1943 году и во время одного из боев был тяжело ранен. Бой проходил на поле, и жизнь Юрию Даниловичу спас след от советского танка. По нему он буквально прополз в укрытие. Как сам вспоминал Гончаров, он чувствовал следы от пуль спиной. Через много-много лет он встретится с тем танкистом, который буквально спас ему жизнь. Им оказался Юрий Пулиновский, а тот, в свою очередь, узнал об этом случае из очерка Юрия Гончарова. «25 января 1943 года Воронеж освободили от немецко-фашистских захватчиков. Юрий Гончаров вернулся в родной город. К тому моменту молодого человека признали негодным к военной службе из-за сильного ранения.
Квартира на улице Студенческой была в плачевном состоянии. Вместе с матерью Любовью Дмитриевной пришлось ютиться в крохотной комнатке при Покровской церкви Воронежа. Несмотря на все лишения и сложности, Гончаров продолжил учебу на факультете русского языка и литературы Воронежского пединститута и окончил его в 1946 году. В том же году в альманахе «Литературный Воронеж» вышел рассказ Гончарова «Возвращение». В Воронежском областном литературном музее сегодня можно увидеть первое издание Юрия Даниловича. Мы очень рады представить на нашей выставке самые первые книги Юрия Даниловича. Это книга 1945 года «Возвращение в строй». Вот, книга, издана Воронежским нашим книжным издательством. Книга рассказов, которая вышла в 1948 году. Это вот произведения, написанные на военном материале, на личном опыте Юрия Даниловича Гончарова. Все, что пережил на войне Юрий Гончаров, все, что увидел там, требовало выхода, выплеска на бумагу. Вот как он сам описывал то свое состояние. Словно черт какой-нибудь забрался внутрь и все толкает к бумаге, к перу, к чернилам. Запиши вот эту сценку, которую ты видел, разговор, который долетел до твоих ушей. Вот это сравнение, что пришло на ум. А вот это прямо-таки готовый рассказ, только положить слова на бумагу. Полудокументальная проза. Особенно знаменитая повесть, которая называлась когда-то сначала «Неудача». Там даже выведены подлинные имена, в частности, Льва Остроухова, командира сибирской дивизии. И там он сначала буквально пользовался документальной основой. И это, еще раз повторю, это полудокументальная художественная проза. На ней можно прямо опираться, познавая те трагические и героические события лета 42-го года, вот у нас на территории так, нашего северного района. И многие другие его произведения, ну вот, например, рассказ о собственной школе, «Пятая школа», «Завтра была война». Там буквально он описывает свой класс, своего директора школы. Это тоже, можно сказать, полудокументальная проза. Это «Воронеж» в 41-м году. Нет, я считаю, что его многие произведения, по ним можно просто-таки идти по улицам. Вот, например, любимая его улица Комиссаржевская. Как он ее описывает, и когда он был школьником, как он ходил по ней. И когда потом он тяжело шел, тяжело раненый, и сердце его билось, жив ли родной дом. Что он сейчас увидит? А мы, нам сейчас трудно представить, что Комиссаржевская была вся в лебеде, в сорной траве, и вот он шел, и вот представляете? Он постоянно приходил в редакцию «Воронежского курьера», где я работал, приносил свои очерки и был невероятно интересным рассказчиком. И постоянно еще все время в это время что-то рассказывал. И я к нему часто обращался как к старожилу и звонил ему часто по телефону и спрашивал, где, например, был дворец пионеров или как продавали мороженое в Старом Воронеже. Не всегда советская цензура принимала военные произведения автора. Повесть «Неудача» пролежала под запретом четверть века. Она была переиздана в перестроечные годы под названием «Теперь безымянная». В ее основе реальные факты – героическая борьба дивизий за захваченный фашистами Воронеж. С начала 1950-х годов Юрий Гончаров работал специальным корреспондентом газеты «Молодой коммунар», публиковался в журнале «Подъем». Юрий Данилович высоко ценил подвиг советских солдат и простых граждан и писал о войне без прикрас, потому что сам не раз на фронте смотрел смерти в лицо. В своих произведениях Юрий Гончаров испытывает своих же героев на нравственность в тяжелых ситуациях. Об этом пишет исследователь творчества Юрия Даниловича, известный воронежский писатель, журналист Дмитрий Дьяков.
на примере произведения «Дезертир». Посвящено оно одному из жителей воронежских сел Игнату Полудину. Это вымышленный персонаж. Он был призван в армию в годы Великой Отечественной войны, но сбежал из военного эшелона. Жил в лесу, в землянке. И вот что по этому поводу пишет сам Дмитрий Дьяков. «Пораженный страхом человек превращается даже не в зверя, а скорее в растение, крайнюю степень деградации личности. Такого исхода не избежал и Игнат Полудин. Это особый, идущий от толстовских традиций, реализм». В начале 1970-х Юрий Данилович работал редактором отдела прозы журнала «Подъем». В издании печатались многие его произведения. В 1986 году, уже после начала перестройки, Юрий Гончаров стал лауреатом Государственной премии РСФСР за сборник рассказов «Ожидание». В масштабе всей страны он именно достойный представитель так называемой лейтенантской прозы, условное название, именно проза глазами молодых о войне, современники, вот те, которые ушли со школьной скамьи, и вот юбиляр этого года уже Борис Васильев, да, они выпускники одной школы, и Виктор Астафьев, и Белов, и Бондарев, и Кондратьев, безусловно, он стоит в этом ряду. И отнюдь не последний, все отмечали, все, кто знает, что такое лейтенантская проза, что Юрий Данилович Гончаров очень достойно показал войну глазами молодых. Такое ощущение, что он писал постоянно, то есть не в какие-то отведенные для этого дни и часы, а каждый день и даже каждый час, и не в свободное от работы время, он все время писал. И даже когда шел по улице, и когда разговаривал, вот такое ощущение, что он продумал какие-то фразы, создавал какие-то образы. И у него ведь интересный очень стиль, написаны книги таким, с одной стороны, очень интересные фразы, такие красивые фразы, но и такой разговор с читателем, задушевный, такое неспешное знакомство, как бы близко к читателю, что-то близкое, понятное, рассказать и вплоть до мельчайших деталей. Если во дворе происходит действие, какие были дома, какие щели в заборах, если в квартире, то что лежит на полу, на шкафу. И вот он такое ощущение, что все время продумывал эти детали. По воспоминаниям друзей и близких Юрия Даниловича, он мог рассказывать часами, переходя от одной истории к другой. У него была феноменальная память. Все, что случалось в жизни с ним самим, что он слышал, читал, Гончаров представлял зрительно, видел во всех красках и деталях, помнил всю жизнь. Многие из этих историй ложились в основу его произведений. Как вспоминает его дочь, Любовь Юрьевна, отец часто брал ее в детстве на прогулки по городу, по старым улочкам, в Березовую рощу. Водил по окрестностям, по Нагорной Дубраве, на Лысую гору, по местам, где шли бои. Показывал окопы, землянки, рассказывал, как все происходило. Воронеж Гончаров знал очень хорошо. За моей спиной часть экспозиции, посвященная русскому писателю Ивану Алексеевичу Бунину. Располагается она в его доме-музее. Это подразделение Воронежского литературного музея имени Никитина. Этот дом, где располагается экспозиция, в том числе сохранился благодаря трудам и стараниям Юрия Даниловича Гончарова. В свое время он плотно занимался родословной Ивана Бунина. Знали, что находится он на Большой Дворянской улице, на проспекте Революции, но точно не знали, где. И вот он, а он очень увлекался фотографией, он сделал такую панораму Большой Дворянской улицы, и вот эти фотографии отправил племяннику Бунина, Ласкаржевскому, и тот их ему вернул, и вот на домике под номером 3 поставил крестик. То есть вот благодаря Гончарову мы узнали, где же родился Иван Алексеевич Бунин.
Близким другом Юрия Даниловича Гончарова был другой известный воронежский прозаик, писатель Владимир Александрович Кораблинов. Вместе они любили ездить на рыбалку, проводить время на природе. В 1967 году под их совместным авторством вышел в свет детектив под названием «Бордадым. Король черной масти», а в 1968 году свет увидела книга «Волки», тоже детективная история. Читатели восприняли выход в свет этих двух книг с энтузиазмом. Детективная тема легла на замечательный язык двух наших, прям-таки скажем, мэтров воронежской литературы. И вот «Бордадым. Король черной масти». И еще была книга, называлась «Волки». И причем в них они показали не только позитив советского образа жизни, что всегда с них требовалось, но они могли в детективном плане показать и другую сторону. И тут их никто бы за это, никакая цензура особая не критиковала. Тоже интересная тема. Я как раз накануне перечитал воспоминания о городе Воронеже. «Целую ваши руки» и другие произведения. И там дана картина разрушенного Воронежа. Человек идет по улицам, причем даже кажется, что это больше для краеведов как раз написано. Вот читать 10 страниц подряд, одно описание Воронежа идет. Как бы отступление от основной темы, от художественной прозы. Переходим с одной улицы на другую, с Никитинской, идем к вокзалу, видим разрушенные здания, мосты, какие-то образы, вот живо представят картинки отдельных частей, как все засыпано снегом, как двигаемся, какие деревья, где стоят, попадаем потом в район Схи, и думается, что вот это до мельчайших подробностей продумано и действительно очень достоверно, можно цитировать прямо как очевидца, как краеведа. В Воронежском областном литературном музее хранятся личные вещи Юрия Гончарова. Среди них фотоаппараты. Он увлекался фотографией, заболел этим еще в школе. Ходил в фотокружок, снимал своих одноклассников, друзей. Со временем обзавелся киноаппаратом, экраном на штативе. Сам клеил и монтировал фильмы. Сам проявлял и печатал фотографии. Любил потом раздавать снимки всем изображенным на них людям. Приезжал иногда специально в деревню или село с фотографиями, чтобы вручить их какой-нибудь бабушке, с которой познакомился и разговорился во время своих поездок. Или брал адрес и посылал фото по почте. Увлекался Юрий Данилович и живописью на эту тему, часто беседовал и с Владимиром Кораблиновым, и Василием Криворучко. Они были знакомы и духовно близки. Бывает встреча с человеком одна-две, но люди понимают, что они, как говорится, братья по крови, есть такое образное выражение. И, конечно, я думаю, что Гончаров, посмотрев живописные работы Василия Павловича Криворучко, тоже вдохновился этой темой. И я думаю, что это было взаимное сближение двух очень-очень значимых людей в воронежской истории. Он много путешествовал, и вот на нашей выставке представлены его пейзажи, разные города, в которых он бывал. Они, вот он делал зарисовки, и вот эти акварели представлены на нашей выставке. И он путешествовал всегда, не только описывал свои путешествия, но вглубь и вширь. Он эту тему развивал, касался личностей, их связанных, ну, например, Куликовская битва, да, Барклай де Толли, помню, он очень глубоко о нем писал. Гончаров любил автопутешествия, его стаж вождения больше 50 лет, и у него не было ни одной аварии за это время. Вместе с семьей ездил на машине в Крым, в Прибалтику, совершал большое путешествие на Волгу, на родину жены. Вместе с супругой и дочкой ночевали по большей части в палатке, выбирали каждый вечер место, раскладывали лагерь, надували резиновые матрасы, готовили на примусе еду.
В экспозиции литературного музея есть почерневший подстаканник, любимый для Юрия Даниловича. Чай он пил много, раз 5 в день, всегда с 3-4 ложками сахара, всегда из стеклянного стакана, чтобы был виден цвет. Подстаканник этот чернел, у него погнулось дно, но когда Гончарову подарили новый, сверкающий, с красивой вязью, он повертел его, попробовал, но пользоваться не стал. Не то. Но если Гончаров чем-то увлекался, то страстно и очень обстоятельно не жалел ни сил, ни денег на приобретение всех необходимых и самых лучших вещей. Спиннинговых катушек и блесен для ловли щук, красок и кистей для рисования. А еще Юрий Данилович был страстным грибником, накупил штук 6 или 7 справочников-определителей. Выучил почти все грибы, которые растут в воронежских лесах. При любой возможности с семьей выезжал в лес. Он даже термин придумал – грибоголизм. Так это дело его увлекало. Часто Юрия Гончарова можно было встретить в Воронежском госархиве. Он работал с документами, тщательно готовился к написанию новых произведений. Его интересовал военный Воронеж, дореволюционный город. Город 50-х и 60-х годов. Воронеж – постперестроечный период. Он жил Воронежем, судьбами его людей. К сожалению, за 2 года до смерти Гончаров фактически ослеп. Не мог больше ни читать, ни писать, но мог слушать и говорить. Единственной его связью с миром в те годы был телефон. Его разговоры со знакомыми длились долгими часами. Многие люди вспоминают эти беседы, его истории до сих пор. Юрия Даниловича не стало в 2013-м. До своего столетия он не дожил 10 лет. Сегодня его вспоминают тысячи горожан, для которых он остался навсегда человеком, делившимся искренностью с любимым городом.